Для очень крупных моделей с большим количеством сочетаний нагрузок может быть целесообразно запустить расчет в облаке. Несколько ядер процессора на облачных компьютерах обеспечивают быстрое вычисление, поскольку сочетания нагрузок вычисляются параллельно, а не отдельными ядрами одно за другим. Откройте диалоговое окно «Рассчитать в облаке» с помощью панели инструментов или меню и выберите машину, которая должна выполнять расчет вашей модели. Для этой цели доступны машины с различными скоростями. Активируйте опцию оповещения по электронной почте, и как только расчет будет завершен, вы получите уведомление. Затем вы можете отправить свою модель в облако для выполнения ваших расчетов. После этого вы получите электронное письмо со ссылкой для скачивания рассчитанного файла. Вы также можете скачать файл из экстранета, в котором также перечислены все облачные расчеты вашей компании. Используя скачанный файл, вы можете продолжить расчет в обычном режиме.